Министерство спорта Омской области, региональное отделение ДСАФ по Омской области представляют. 22 февраля в 12 часов пройдет открытый чемпионат Омской области по мотокроссу, посвященный Дню защитника Отечества. Соревнования пройдут по адресу: улица 70 лет Октября, 25, напротив ТЦ «Континент-2». Зрителей ждут торжественное открытие, интереснейшая программа, невероятные трюки и горячий чай. 22 февраля в 12 часов напротив «Континента».